Здравствуйте, снова с вами магазин Мотовело Техника. Сегодня у нас на обзоре скутер Yamaha Vox, четырехтактный, инжекторный, жидкостного охлаждения. Скутер достаточно крупный, удобно будет сидеть людям даже с ростом 1,80 м. Большие колеса, широкие. Так, начнем наш видеообзор с передней части. Такие вот ручки. На хроме есть небольшая такая коррозия, здесь такие царапинки. На переднем крыле такая царапина, покрышка хорошая. Диск ровный. По правой стороне. Здесь вот, где ключ вставляется. И вот тут, вот, наверное, что-то вешали, тоже имеются царапки. Здесь вот такие мелкие коцки по всему мопеду присутствует. Задняя покрышка тоже нормально еще походит, примерно половина износа. Хвост целый, сиденье Yamaha. На сиденье есть вот такая латочка небольшая по левой стороне. Такие вот присутствуют мелкие коцки. Так. Ключ один. Такая личинка. Пробуем запуститься. Проверим электрику. Левый, правый. Работает ровно. Сильно газовать не буду. Панель подсвечивается. Уровень топлива показывает. Да, многие спрашивают, какой багажник у Вокса. Сейчас покажу сразу. Чем он открывается? И открывается вот так, в сторону. Он длинный, но не глубокий. Вот стоит, кстати, такая эмблемка 36400. Следующее ТО должно быть через 1000 км. Данный скутер можно приобрести как за наличный расчет, также оформить покупку в кредит. Скутер 2008 года выпуска. Производим отправку транспортными компаниями, собственным транспортом. При необходимости самостоятельно изготавливаем обрешетку, чтобы скутер доехал к вам в том виде, в котором мы отправили. Спасибо за внимание.